Всем здрасте! Переросла вот так вот моя рассада. Дожди у нас длительное время и холодно. Боюсь высадить. Высадила я партию огурцов, рассады огурца, и пропала она. Вот так вот она вымахала. Ну вот так вот помидоры, и я не знаю, когда и что. Сегодня выглянуло после обеда солнце, а завтра, послезавтра все равно обещают дожди. Алхамдулиллах, один Всевышний только знает, что будет. Но все мы знаем только то, что Он нам позволил. Обещают дожди проливные снова, я не знаю, что делать с рассадой. Всем пока!